Послушай меня, это продвинутая группа. Вначале кое-какие упражнения покажутся трудными. Ты просто... Научно ли знать, если доказано, что мальчики сильнее? Так что я в легкую выполню упражнение для маленьких девочек. Итак, класс, мы начнем с поднятия половины хвоста. Але, хоп! А, чудненько! Ха! Правый плавничок тянем вверх! Есть! У меня получается! А теперь сальто вперед! Держим! Да! Как? Берем свободным плавником гантелю и делаем жим в стойке! Оживим скучные упражнения, добавим жимы на мизинце. И раз, и два, и три. Ого! Тренер Лосось! Почему я не могу сделать ничего из того, что делают девчонки? О, Майло, Майло, милый! Это значит, что девочки намного сильнее тебя! Вот так. А по мне малыш Майло очень мил. Быстро! Скажите, как мне стать таким же сильным, как они? Тебе всего лишь нужно делать упражнения и трудиться, не покладая плавников. Плавников?